смотрим все, как лечить кота домашнего. Берем обычного кота домашнего. Можно белого, ну, кого нет белого, берем любого, разного цвета. Главное, чтобы с когтями, пушистого и домашнего. Дикие и сельские коты сами точатся. Вот, этого берем, подходим к дереву, лучше большому. Берем кота под мышку и вот так вот. Пару проходов, и кот заточен.